вот такие вот 40-50, 30-40-50, 30-40-50. И вот под такую музыку кто по этой дороге ездите. Ромашечки. Точно заехал. Почти автобан. Почти автобан. Смотри, какая дорога только. Дырочка такая нехорошая. Вон там впереди 100 метров кусочек автобана. Ребята, автобан! Почти берлинский. Ну что, можно на второй переключиться? Вау, даже на третью можно переключиться. Ну и все, и хватит. А теперь переключаемся на вторую, а теперь еще и на первую. Аллилуйя, еще 50 метров автобана берлинского. Опять переключаемся. Интересно, сколько нам Google скажет, сколько со Змеевки до этого самого, до Кривого Рога. Я имею в виду не по прямой дороге. Костик у нас поет, да? Вот он реально, скотина, знает, какие у нас дороги, потому так жалостливый поет, да? Дучаны. Голуби даже взлететь не могут. Жирные какие голуби. Закончился автобан. Да. Почався шлях. А оце моя думка. Як оце чумаки тут бігали, га? Диви, по трасі їхати ніхто не хоче, всі хочуть їхати. Ой, блін, слухай, нельзя. Там броня хоть есть у нее, я даже не знаю. Еще что-то повырывать там. На разбитой незаметно, что рулевое бьет. Там хороший заметно. На хороший заметно. Здесь, наверное, лучше будет. Как только балка, так это. не одна она улетала. Все раздолбанные, все ограждения. Ограждений нигде уже нет. Что птичкам раздули? Это здесь было, кажется, тогда заглох. А аккумулятор посажен у Анатолия был. И мужики выскочили, дальнобойщики. Толкнули. Чуть у него зарядка туда не шла. Что там дальше? Сегодня уже устал петь их дорожка фронтовая. Сейчас хорошо видно. Да. Там снимала, ничего не видно. А потому что оно все серое было, а сейчас как бы тени отражения дает. Да. Ты реально видишь все прелести. Укр. Вот слово, слушай, замечай. Укравтодор. Украл автодорогу. Да? Расшифровали. Укравтодор. Укра. Е-мое. Это трасса республиканского значения. Да? Обалдеть. О, смотри, какая красава, да? С какой стороны ее объехать? Там плохо. Ну. Море-то у нас там какое. Ну. Красава, да? Даже делают. Большая такая. Какие-то 50 метров и опять. Тут сейчас вот этот СТО. Сейчас глянем, что у них тут есть. Наверное, ничего у них нету. Там вот заехать можно, в принципе, спросить, на всякий пожарный. Ну, туда заехать же невозможно. Здесь, может, нет, там ничего нет. Отсюда даже вижу.